Всем привет и прямо процент продолжаем проходить Титан Квест. Мы в этой пещерке той серии не все обошли здесь. Я только начал, но серию-то надо заканчивать было. Время очень мало было. До этого я сюда не сходил. Вот сейчас в этой серии мы сходим. Посмотрим, что здесь есть. Можно сказать. До сюда дошел и все. Больше тут ничего не знаю. Так, 37 уровня. Лучники нас поджидают. А сколько у нас дальше еще уровня надо? 445 тысяч опыта. Значит, ни о чем, просто копейки какие-то. Так. А здесь это максимальный уровень какой? Просто очень интересно. Так, готовы. А тут тупик, оказывается, понятно. Тут нас ничего интересного не ждет. Ну, сюда пошли. Так. Смотрим. Ну тут у нас тупичок. То же самое. Как учусь за комнату там, который нельзя даже попасть. И тут тупик. Чё, все? На, блин, а я думаю, тут колоссальные большие проходы и все такая фигня. А тут не слишком далеко. Но со мной бы на серию был долго. Пойдем теперь на ту сторону. Сходим, посмотрим, что там. Стоят, меня уже ждут. А ты думаешь, я думаю, ты погиб уже. Это что такое? Снимал какие-то. Нифига себе, тут говно плавает. Какие демоны. Демоны в демоны. Людей захват. А что тут за людей, когда есть? Тут только призраки ходят. А я фигу знаю, что с ним делать. А, тут проход есть снизу. Вот я тебя больше всего не люблю. Ну хорошо, дай уничтожать меня. Ну и короче, ничего интересного здесь. Так, маленький сундучок. И необычный сундук. Все. Готово. Больше тут делать нечего. Уходим отсюда. Так вот это я не понимаю, что такое вообще. Ну шумы надо притащить. Я еще на всякий случай на середке я выйду. И очищем за это все. Супер пещера. Ничего не видно, ничего не понятно.
Вот он. Все богатства земли принадлежат Аиду. Дверь заперта. Тут что-то надо думать. Там что-то есть. А я фиг узнаю, как ее. Не то, вот она, да? Они находятся там, на той стороне. Вот здесь вот. И эти символы. Только толку-то от них я не понимаю, этих символов вообще. Вот. Эти символы. Они то появляются, то пропадают. Может, мне магии какой надо произвести на них? Но у меня нет таких свитков и не такого подобное. Ладно. Не будем об этом гадать. Пойдемте по главной сюжетке. Конечно, 100 тысяч опыта не помешал бы, на самом деле. Да, в жизни. Так на самом деле, без понятия вообще. Что тут надо делать? Так. Не, не хочу с тобой. Давай с тобой. Между титанами и олимпийцами. Зевс поссорился с титаном и в ярости бросил в него свой молот. Титан превратился в пепел, из которого Прометей сделал первых людей. Часть пепла он поместил в священную урну, которая находится здесь, в подземном мире, под охраной грозного стража. Я разбираюсь в элевсинских обрядах и могу приготовить снадобье, если у меня будет пепел. Оно может передать тебе часть силы погибшего титана. Твой артефакт. Желаю тебе. Так, это понятно, это тоже. А ты что нам скажешь? Сколько времени прошло с тех пор, как я обнимала своего возлюбленного Орфея? Я должна навеки оставаться здесь, а его изгнали из царства мертвых. Хотя... Если бы у меня было зеркало Психеи, я бы смогла взглянуть на него. Говорят, что зеркало находится в пещере шепота. Если ты найдешь его, ты не принесешь его мне? Да, без проблем, да. Еще тут нифига удаете, а? Конечно, не все мы герои. Но одни герои не выиграют войну. Мы устраиваем засады и наносим удары из-за угла. А когда они хотят нанести ответный удар, мы исчезаем. Неподалеку отсюда, в мокром солончаке, стоит караван. В нем припасы для армии демонов. Если бы с караваном что-нибудь случилось, нам стало бы гораздо легче воевать на передовой. Так как, герой, ты можешь устроить небольшую диверсию? Окей, а ты что нам расскажешь? Я пытался попасть на поля Элизиума и не смог. Ни одна тень не сможет сделать это до страшного суда. Зло не пройдет по тропе света, и перед ним не откроются врата. Только трое судей, которые выносят приговор, могут открыть врата в Элизиум перед тем, кто достоин попасть туда. Так... Здесь общение. Покупка-продажа. Так, неужели я вижу? До свидания. А это, я так понимаю, выход, да? Вы тут ходите вот здесь.
А что такое? А, типа он стоит здесь, но общаться нельзя. А эти ходят их что угодно можно. Так. А вот и скрижалка. Вот еще они люди тут. Вампиры. Что за гиганты? Что за, блин, за гиганты здесь? Блин, оглушает еще Павла. Без этого никуда. Мокрый сокол. Так, выпьем аптечку. Блин, громила, зверь. Нифига тут болото. Короче, понятно, туда идти. Что мы получим этот? К аптечке пойдем. Я тут пройду из этой области. Потом той области. Все тут откроем. А, тут что-то есть. О-о-о. А вот тут такие-то. Какие-то хранители. Я и думаю, что слишком странно было. Тут никого нет до сих пор. Они просто появляются по-любому. Сейчас это уничтожу, опять появится, да? Не? Никого нет. Очумить. Все, дополнительное задание выполнено. И тут есть... А, ну нет, здесь нету. Вот эту громилу зверь есть. Ладно, посмотрим, что дальше. Здесь у нас вампиры. Буду так называть их. Но они сильные. И они слабее. И хел у них нормально. Готово. Я так понял, эта часть тут обитает. Ты че, мышь? А, тут вообще даже не пройдешь. Мокрый салончик. Готово. Так, что у нас здесь?
Понятно, ничего интересного. Понятно, тут проход дальше. Вот ты пологуши у меня. Да-да, знаю я. Но я хочу тут посмотреть. Что-то интересное здесь что-то есть. Так, крыски готовы. Так, все, тут уже тупики. Погнали дальше. О, символ какой-то, который я видел там, в подземке. Вот это фигово. Опять оглушалка. Ну как у меня, да, есть оглушалка, да? Демоны проклятые. Все, готово, подобрали. Это опасный вид демона. Это уже нехороший. Вообще их не рот. Знаешь, вот у них разделяется. Ядовитый, огненный, там еще какие-то. Все равно они сильные. Так, готово. Все подбираем. Вот это особенно сильное. Нет, это ледяные. Это не особо. Там пострашнее есть. Так, даже готово. Кроме аптечки тут и, может, маны там тут больше ничего не было. Я просто заметил, какая там бутылочка валялась. Это мы прошили все здесь. Вот еще воскрешалка. Продолжаем. Я вижу еще там еще две. Тут еще пещеры есть. Опа, а тут квест у нас, я вижу, есть. А на чем вы качались, зверьки эти? 36 уровень, он же на чем-то качается, получается. Понятно, это дальше проход идет, да? А это что за фигня? Чё-то я юмора не понимаю. Слишком много ретвений здесь. Слишком много. Это как кажется, что я тут мог пройти.
Да ё-моё. Как ты надоел всё говном этим. Оглушающийся. Я понимаю, что звуки с фигня. Ну это больше нам летучий вампир похож. Фигня полная выпала. Все готово здесь, все очищено, значит надо чистить здесь рядом. А потом сюда идти. Ты я прям сразу к квесту пришел. Основного. А это кажется, как будто пройдусь, ни о чем будет. Да я так и думал. А ты откуда сзади взялся? Ого. Берем. Для этого никуда. Зелененькие обязательно. Они стоят дороже. И получим золотые. А вот это что такое у нас? А, тупик все-таки, да? А я думаю, все-таки проход второй, да? Не, без изменений. Ну ладно. Погнали. Нам до воскрешалки надо идти. Она скоро там будет. Я надеюсь на это. Жалко, тут игры так не делалось. Сохранился где там. Остановился, вон, продолжим. Как Скайрим, типа того. Нижний лагерь демонов. Очмить просто нижний лагерь демонов. Я на лагерь их не напал, офигеть просто. А нафиг вам тут сундучки какие-то разбросанные. Мужик какой-то есть. Опа-на! Оставь меня в покое. Я не хочу с тобой разговаривать. Очумить просто. Это что такое? Сюда куда-то можно проход, и тут-то проход нифига нету. Закрыт. Вот это поворот, да? А тут пещерка, да? Нас ждет. Ууу, нифига себе здесь. А я же где-то. С вами уже сражался, когда я там уничтожал что-то. Да, в пещерке я иду. Ну что, зайдем, значит. Источник какой-то. Мне мам не мозг. Так. Насекомые эти не страшны. Так, тут у нас тупик. Такой. Не сказать, большая, но пока нормальная пещерка-то. Что-то подобрал, ну ладно. Так, старый сундучок, смотрим.
тебя побираем. Вот это сильный враг. Но... ничего хорошего. Так. Здесь у нас водичка. Пить не советую. Это то же самое. Ногер демона, блин. Называется. Очуметь просто. Не, такая пещерка нормально. Маг, который может как раз убить меня. Еще сзади, блин, подошли. Все готово. Вот урод готов. Ну все здесь готово. Тебе осталось тот кусочек открыть. А тут ничего интересного. Да, все здесь. Только денежки нам дали, и все замечательно. Ну ладно, выходим отсюда. Барин случайно выпил. Блин, тут квест, ты сейчас... Лечебка далеко находится. О, запчасти. Это же хорошо. Огненный грим. Вот ты? Понятно. Тебя надо по косту убить. Хитрый, блин. Такая. Хелф немало. Ну, убить ее надо. Ну давай, задави ее. Камень-холду какого-то. А, вот это уж и есть задание. Камень-холда я нашел. Вот это пещерки. Блин, это что? Только начало. Тут чувак хоть стоит. Понятно. Тут люди. Точнее, душ. Ты не можешь открыть эту дверь. Что не могу открыть эту дверь? Закрыть запечатанное задание. Нифига себе это задание. А ты чё? Мудрые и благородные при жизни. Неужели они могли не устоять перед соблазнами после... Да, блин. Спасибо тебе, конечно, большое, но мне надо уже... идти быстрее для воскрешалки.
эта дверь сейчас заперта. Короче, понятно, некоторые закрытые квестами. Какой-то квест есть на это. А что за квест, я не даже без понятия. Да, от них выходит золото. Так. А вот она и скрышалка. И на этом, думаю, мы остановимся. Уже увидимся в следующей серии 3 упражнений. Всем удачи. И пока.